Собственно, посмотрим, как Нью-Йорк организовал карантин. Я сейчас нахожусь в центре Нью-Йорка. Ну, собственно, такие пейзажи, наверное, можно увидеть нечасто, так как на улицах практически никого нет. Буквально еще несколько месяцев тому я спешила здесь навстречу и не могла припарковаться. Сейчас же ситуация абсолютно обратная. То есть вы видите, что в целом, если ну, у людей есть определенный повод, то поездки осуществляются. Но в основном люди все-таки находятся дома. Вот. Либо же пользуются такси. Метро регулярно, я вам показывала объявление, проходит ну, санобработку, да, специальные процедуры. Вот. И непосредственно здесь же, в Нью-Йорке, принимаются также важные решения. Это, конечно, решение ООНа по запуску специальных программ, в том числе ну, в странах не столь развитых для борьбы с коронавирусом, для превентивных мер, потому что, ну, конечно, любые превентивные меры, они ну, непосредственно требуют денег. Что еще хочу сказать? Еще хочу сказать, ну, любое государство, оно должно, безусловно, быть ответственным. И что важно, чтобы за этот период карантина были разработаны технические регламенты, ну, непосредственно, допустим, функционирование транспорта, городской инфраструктуры, системы жизнеобеспечения в целом. Потому что просто, ну, копировать советы того же WHO, ну, это характерно не для каждого государства, тем более, что, ну, у каждого государства есть свой объем ресурса на это. Поэтому для меня очень досадно видеть, что до сих пор, ну, скажем так, в неразвитых экономиках нет четкого ответа. А как будут учиться дети? А как обеспечить социальную дистанцию в транспорте эффективно? А бизнес не получает ответы. Мы очень много вот общались по поводу четких сроков окончания карантина и непосредственно требования к ним, которые подкреплены исследованиями по поводу безопасности как и сотрудников, ну, допустим, логистической сферы, да, транспортной сферы, так и, ну, непосредственно, конечно, пассажиров. Поэтому вот эта вся неразбериха, конечно, делает неустойчивые экономики еще более неустойчивыми, да, еще более такими хрупкими, потому что, не имея, ну, собственно, определенных дат и определенных инструкций, да, бизнес, конечно, тоже или ставит на паузу, или, ну, в целом закрывается. Поэтому, знаете, быть страной по инструкции — это в целом неплохо. И посмотрите, действительно, ну вот, снижение заболеваемости во многих странах — это продукт, ну, никак не проявление силы, а более разумных инструментов, да, и разумных инструкций. Ну, собственно, и обратная сторона медали. Если мы говорим про места, которые открыли по первой волне карантина, то вот вы можете наблюдать, как люди соблюдают социальную дистанцию в Центральном парке в Нью-Йорке. И в целом, ну, как бы, это первая волна открытия, да, как ряда еще магазинов, так и мест отдыха, она работает. И в целом здесь также работает, как мы говорили, надж-технология, то бишь это постоянное напоминание о придерживании социальной дистанции, да, и вот, ну, такие подталкивания, да, которые делают как правительство, так и муниципальные власти, губернаторы, для того, чтобы, ну, собственно, психологически также людей готовить, что не вдавайтесь в панику, но, пожалуйста, как бы, вот, поведение свое, да, измените. Я думаю, что на ближайшие месяцы, ну, это должно стать, собственно, привычкой для каждого.